Сегодня команда отыграет последние 90 минут в групповой стадии Лиги Европы. Последний шестой матч этого этапа турнира. Да, некоторые команды сегодня проводят заключительный матч в этом турнире, ну а кому-то предстоит дальнейшая борьба уже в плей-офф. Итак, все готово к началу матча. Еще несколько секунд, и мяч начнет искать путь к воротам. Отличный заход, Георгий. И давай, пока еще есть время, пожелаем удачи обеим командам. Она им сегодня понадобится. Продолжаются матчи группового этапа, а гости тем временем уже в этой игре могут обеспечить себе место в плей-офф. Это, конечно, возможно, но только при удачном стечении обстоятельств. Им нужна не только победа, но и подходящий результат в другой паре. Посмотрим на состав хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Смотрим состав Уфы. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. Сегодня команда отыграет последние 90 минут в групповой стадии Лиги Европы. Последний шестой матч этого этапа турнира. Команды приложили много усилий и сегодня постараются выложиться на полную и не допускать ошибок. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Убрал защитника с дороги. Не смог тут игрок мяч поднять и навес не получился. Александр Пуцко. Игбун. На пару решили разыграть эту комбинацию. Хороший пас во фланг. Надёжно. Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе! И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Игбун. Это может быть опасно. Дмитрий Стоцкий. Есть поддержка партнеров. Тут может что-то получиться. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар – великолепная реакция голкипера. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Это может быть опасно. Нет, так его не пробить. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Удар! Из этой атаки может получиться что-то стоящее. А сейчас вперед можно выйти. Есть первый гол в игре. Счет открыт. Заслуженный гол. Команда доминировала, так что этот гол был просто вопросом времени. И, наконец, он состоялся. Да что ж творится-то сегодня с обороной, а? Ну, я бы тут не стал сильно ругать защитника, просто нападающий сыграл идеально. 1-0 в нашей игре.
Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Тут может что-то получиться. Удар! Опасно! Забивал ведь сегодня уже. Я, честно говоря, ждал еще одного гола от него. Еще не вечер. Еще не вечер. Георгий, давай подождем. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Александр Пуцко. Грамотный пас, все по делу. Игбун. Удар. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Первый гол его только раззадорил. Вот, получите дубль. Два-ноль. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Александр Пуцко. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Может получиться интересная атака. Защита надежно играет. Мяч отобран. Игбун. Смотрим за этой атакой. Атака остановлена, но кто получит мяч? Мяч перешел к другой команде. Есть тут возможность к воротам убежать. Можно отыграть один мяч. Опасно, но выше. Хотел забить точным ударом, но немного не рассчитал силу. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И как пробил. Мимо. Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Отлично сыграно. Надо решать. Какая-то... Флаг поднят, положение вне игры бесспорное. Никаких шансов не оставляет нападающему поднятый флажок бокового арбитра. Поторопился форвард и оказался в положении вне игры. Дмитрий Стоцкий. Нет, не дошел этот пас до адреса. Это может быть опасно. Игбун. Здорово играет. Очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. В этой атаке оборону пройти не удалось. Пока неплохо. Отлично отбор, но кому достанется мяч? Серьезный перевес одной из команд после 45 минут игры 2-0.
Последний игровой день для команд на групповом этапе Лиги Европы. 6-й матч и остался один тайм. Уровень напряжения просто запредельный. Обе команды старались на славу. И, думаю, оставшиеся 45 минут тоже проведут на высочайшем уровне. Играют в пас и держат один темп. Не стараются пока обострить игру. Это может быть опасно. Итак, у нас аут. Это может быть опасная атака. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Удар! Опасно! И погода вносит свои коррективы, не получается удар. Ну и, мягко говоря, с погодой нам сегодня не повезло. В первые 45 минут у него на поле получалось почти все. Команда пока выигрывает. На его счету 2 забитых мяча. Он близок к хет-трику. Ну и пока все более чем успешно складывается для этой команды. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Он бей! Отыгрываться нужно! Надо забивать и гол! Просто изумительная получилась комбинация. И выход один на один прекрасен. Вот так. Дорогу осилит идущий. Большой разрыв в счете. Не отыграешь одним ударом. А по чуть-чуть вполне реально, как мы видим. Да, и посмотрим, что будет дальше. Потому что лидирующая команда сейчас вполне может дрогнуть. Счет 2-1. Дмитрий Стоцкий. Защита справляется. Пошли последние полчаса игры. Пас назад. Что же, иногда и так приходится играть. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Тут может что-то получиться. Дмитрий Стоцкий. Он с мячом. И это удар. Спасает вратарь команду. Сыграл просто невероятно сейчас голкипер. Мяч летит. Паурьевич. Хороший удар какой получился рядом со штангой. Прицельно бил в угол и уже видел мяч в воротах, но чуть-чуть не хватило везения. Посмотрим за этой атакой. Надо забивать и сравнивать счет. Мяч ушел на угловую. Ну что, возможно, получится отыграться с помощью того, у кого сил полно. Замена у нас. Самое скопление игроков угловой. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Великолепный гол. Прекрасно сыгран. Но здесь оба сыграли очень здорово. И тот, кто навешивал от угловой ответки, и тот, кто красиво завершал головой. В
2-2. У нас снова равенство. Игбун. Основное время истекает через 20 минут. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Дмитрий Стоцкий. Мяч у защитника. Он сыграл надежно. Вячеслав Кротов. Отлично сыграно. Надо решать. Не торопит. Дмитрий Стоцкий спасает вратарь. Но мяч у атакующей стороны. Можно довешивать. Это может быть опасный штрафной. Игбун. Это может быть опасно. Судья позволяет продолжить атаку. Игбун. В отличной форме игрок находится, кстати. Статистика у него просто безупречная. Вот это удар! Какой момент и как здорово сыграл защитник. Ждем угловой. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Все решится в ближайшее время. Ух, какая нас ждет концовка. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. И пробил. И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Выходит на поле еще один нападающий. Сейчас будет жарко. Учитывая ничейный счет, можно ожидать и от соперника такого же решения. И вот тогда будет не просто жарко. Тут придется, наверное, и пожарных вообще вызывать. Дмитрий Стоцкий. Вячеслав Кротов. Может получиться интересная атака. Пенальти! Вот это поворот. Это пенальти абсолютно справедливый. А вот карточку судья почему-то не дает. Да, надо, конечно, требовать желтую карточку. И обязан капитан команды будет вмешаться. И самый верный шанс упущен, самый верный шанс из всех возможных шансов. Пенальти успеха не принес. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. 3 минуты добавлено к основному времени. Игбун. Это может быть опасная атака. А сейчас вперед можно выйти. И он забивает. И это его 3-й гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Великолепный гол и к тому же 3-й. Да, и это уже хет-трик. Стадион просто с ума сходит. И похоже, что 90 минут хватит сегодня для выявления победителя. Практически не осталось времени. Да, явно спешат они с розыгрышем. Продолжительный и троекратный финальный свисток. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось на поле. Ну, он сегодня оформил хет-трик, так что по-любому герой. А учитывая, что команда выиграла, герой в квадрате. Мне кажется, ни игроки, ни болельщики даже не заметили непогоду. Настолько классная была игра. Мы-то с тобой заметили, но это не помешало командам сегодня в тяжелых условиях показать хороший футбол.
из этой атаки.